Отстаивать интересы жителей городов и районов и находить новые точки роста. Сегодня Михаил Катюков обозначил приоритеты и ключевые задачи, которые необходимо решить новым главам территории края. Участие во встрече с главой региона приняли мэры Канска и Минусинска, а также руководители Березовского, Емельяновского, Мотыгинского и Саянского районов. Губернатор призвал принимать активное участие в формировании бюджетов, как краевого, так и муниципальных, которые станут основой развития на ближайшие годы. Проявлять инициативу, формировать идеи и проекты, которые придадут импульс развитию территории и привлекут молодые кадры. При решении поставленных задач нужно ориентироваться на достижение национальных целей развития, обозначенных президентом. Но в первую очередь учитывать пожелания людей и решать их вопросы. Именно мнения жителей должны стать основой программы действий в каждом муниципалитете. Очень важно для вас, как руководителей, только приступивших к исполнению своих обязанностей, получивших поддержку на местном уровне, соответственно, эту поддержку предварить в реальные дела. И важно, чтобы жители городов, районов действительно вам доверяли. Поэтому принципиально важно организовать прямой диалог с людьми. Не стесняться никаких вопросов. Формировать бюджет с учетом мнения населения. И это правильно. И, быть может, мы, органы власти, знаем где-то лучше, нам так кажется. Но все же, для того, чтобы было потом, впоследствии, меньше нареканий, несомненно, надо учитывать мнение населения.